Привет! В эфире Светлана Никичук. Сегодня говорим на очень деликатную тему про грудь. Как не потерять ее во время похудения? Дело в том, что женская грудь на 70% состоит из жировых тканей. Поэтому вполне очевидно, что при уменьшении жировой прослойки путем тренировок или строгих диет уменьшается и размер груди. Увы, убрать жировые отложения с талии, бедер и ягодиц и при этом сохранить их в области груди невозможно. Запомните, жесткие и строгие диеты, которые позволяют сбрасывать до 3 кг в неделю, непременно приведут к явным последствиям для вашей груди. И вы не успеете опомниться, как уже через неделю интенсивной диеты станете замечать, что грудь обвисла после похудения, потеряла объем, упругость и форму. Поэтому, если вы решили избавиться от лишних килограмм с помощью диеты, постарайтесь выбрать именно ту, которая будет полезна для вашей груди. Это обязательно должна быть сбалансированная и оптимальная по содержанию калорий, белков, жиров и углеводов еда. То есть такая диета, которая не исключает, а только ограничивает потребление тех или иных продуктов питания. Это, конечно, не сохранит прежний объем, но, по крайней мере, не даст груди полностью исчезнуть во время вашего похудения. Помогут ли тренировки? Это очень относительно. Да, по анатомии у нас есть большая и малая грудные мышцы. И если мужчина качает грудь, то действительно можно увидеть красивую форму и рельеф. Но все же это мужская грудь. Для женщины грудь — это не только мышцы, это еще и железа. И сохранить ее именно такой, как в юности, невозможно, даже с помощью физических упражнений. Увеличить, подтянуть – это можно только сделать с помощью пластической медицины. В принципе, в наше время это достаточно распространенное явление, и по стоимости такие операции стали очень доступны населению. Ходить с пышной грудью и большим весом или похудеть и сменить чашечку с С на Б – решать вам. Главное – нравиться себе и отлично себя чувствовать при этом. Напомню, что по четвергам на канале я провожу прямые эфиры. И не забудьте подписаться на меня, чтобы не пропустить ближайший прямой эфир. Всех обнимаю. Пока-пока.